Актриса Ирина Безрукова относится к той категории знаменитостей, которые редко рассказывают о своей жизни. Судя по всему, она считает, что о некоторых событиях лучше не рассказывать широкой общественности. Однако она не смогла скрыть от поклонников радостные события. Не так давно она погуляла на свадьбе своей крестницы Дарьи Стукановой. Ирина очень рада тому, что девушка обрела счастье в личной жизни. Несмотря на то, что невесте всего 24 года, долгое время ей не везло в любви. В 2015 году Даша и ее возлюбленный Стас стали жить вместе. Девушка рассказывала об этом в соцсети. Однако только в конце апреля молодой человек сделал избраннице предложение. Невеста хвасталась помолвочным кольцом в Инстаграме. Крестная дочь Безруковой работает свадебным фотографом, а жених организовывает детские праздники. Ирина рассказала, что весь декор молодые люди продумывали и реализовывали сами. Актриса жалеет только об одном: из-за плотного рабочего графика ей пришлось уйти с торжества чуть раньше. Также Ирина рассказала, какой подарок преподнесла молодым. Она не стала устраивать новобрачным сюрприз, а потому решила поинтересоваться, что ее крестница хочет получить на свадьбу. Безрукова призналась в разговоре с корреспондентами издания «7 дней», что не видит в этом ничего предосудительного.